Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня рассмотрим парковочный радар Sigma, модель КСП-41 Black. Давайте рассмотрим, что идет в комплектации. Инструкция с гарантийным талоном. Блок управления. Фреза размером 18,2 мм. Провод питания, дисплей, двухсторонний скотч для дисплея и блока управления и 4 датчика. Рассмотрим поближе блок управления. Крепится он на двухсторонний скотч, либо же выведены ушки для крепления. По разъему здесь находится разъем питания, подключение дисплея и 4 разъема для подключения датчиков. Каждый из 4 пронумерован, то есть и соответственно каждый датчик также на проводке пронумерован. По характеристикам: номинальное напряжение 12 вольт, рабочий диапазон от 9 до 18 вольт, расстояние срабатывания датчика от 1 метра 80 сантиметров до 30 сантиметров и заявленная рабочая температура от минус 30 до плюс 80 градусов. Рассмотрим поближе мониторчик. Перед нами передняя часть, где отображается индикация. Крепится экранчик также на двухстороннем скотче, можно прикрепить на торпеду или же на зеркало заднего вида. В верхней части маленький динамичек и включение-отключение звука. Давайте же посмотрим, как проходит индикация. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал на YouTube.